Многие видели видео, еще больше видела фотографии того, как ученики 22-го училища бегают по колено в воде на лыжах. Кто-то вспомнил себя, кого-то это здорово повеселило, а кто-то во весь голос кричит, что так быть не должно. А приходилось ли северодвинцам сталкиваться с подобными указаниями преподавателей, мы спросили у жителей нашего города. Они не ругаются, они только объясняют. Но иногда это они объясняют громко, чтобы ученик понял. Но они не ругаются. Нет, не наказывают, не ругают. Просто если что-то неправильно сказал, просто скажут: ну, все, Даня, молодец. Добрый, помогают нам, объясняют, понятный материал. Хорошие учителя у нас в школе. Ну, было, конечно, всякое было. Всякое, но сейчас помнится только хорошее. Столько лет прошло. Не знаю, может быть, что-то заставляли, что нам тогда казалось ненужным. А так не было такого.